Доброе утро. Доброе утро, мои подписчики. Так, утро у меня с чего началось? Я Витю собираю в больницу. Ой, сегодня он ложится, ну, не столько в больницу, сколько в оздоровительный центр. Так, тут я уже положила ему зубную пасту, щетку, гель для душа, туалетную бумагу. Теперь ложатся вещи. Теплое на низ положу. Мама! Ау! А где мой телефон? Твой телефон у тебя на стульчике. Носочки. Витюша, носочки я ложу в боковой кармашек. А что боковой? Ну, чтобы ты там не рылся, ничего не переворачивал. Трусики в один боковой, носочки в другой боковой. Хорошо. Так. Шортики наверх ложу. Да. Трико. Еще трико. Олимпийка. Так. Футболочки. Шортики. И для ЛФК вот такой костюмчик. Так, погрызть печеньки. Полотенце. Ой, как хорошо. Все вышло. Так, теперь нужно бокал положить, ложечку, тарелочку. Так. Тарелочка. Бокал. Я сегодня без теней. Почему-то мне так понравилось. Так. Сюда. Теперь свидетельство о рождении нужно взять сейчас. В задний кармашек. Так, давай тебе йогурт положу. Что за йогурт? Ну вот этот питьевой. Покажи. В кувшинчике. Вот такой клубничный. Как ты его подпишешь? В холодильнике, как я его поставлю, подпишу. Там ни крышки, ничего нету. Ну ладно. Не хочет. Потом купим булочки тогда тебе, что-то надо купить. Сегодня я уже не приеду к тебе. Так. Ну вот вроде бы и все. В принципе. А, нет, обувь забыла. Тебе надо уже новые тапочки покупать. Эти что-то вообще уже. Ну, давайте, вы влезьте еще, и все. О, влезли. Ну, вот.
все. Так, зарядку, что там надо? Телефон, наушники.